Новые поколения удачных моделей почти всегда создают, руководствуясь медицинской максимой «не навреди». Ведь покупатели обычно требуют тот же самый автомобиль, только новый. Казалось бы, тут не место для смелых экспериментов, особенно если речь идет про консервативную марку Mercedes и кроссовер GLC, на счету которого значительная доля статьи дохода в бухгалтерском балансе немецкой компании. Однако не все так просто. Внешне машина и правда максимально сходна с предшественником, и даже линия остекления сохранила узнаваемый изгиб. Золотое правило «дай клиенту еще больше автомобиля» соблюдено. Кроссовер прибавил 6 см в длину, разом опередив основных конкурентов и BMW X3, и Audi Q5. При этом высота уменьшилась, но лишь на неразличимые при взгляде снаружи 4 мм. Колесная база выросла на 15 мм. Грузовой отсек тоже подрос, причем почти на сотню литров. При этом в варианте со сложенным задним рядом разница между было и стало не столь заметна. Цветотехника изменилась не только внешне. Уже в базовой версии фары будут светодиодными, но за доплату можно получить систему Digital Light, которая благодаря матрице с почти 1,5 миллионами микрозеркал способна сформировать на дороге то изображение, которое ей передаст бортовой компьютер. Это может быть и предупреждение, и подсказка навигации. На старте продаж машина комплектуется 4-цилиндровыми моторами, среди которых 2 бензиновых и 1 дизельный. Сейчас роль флагманской версии играет машина с 2-литровым мотором на 258 сил, но позже будет и 3-литровый дизель для версии GLC 400D. Коробка передач на всех машинах — 9-ступенчатый автомат. Есть две интересные особенности. Во-первых, все перечисленные версии оборудованы 23-сильным стартер-генератором. И не гибридных Мерседесов сейчас попросту нет. Версии с обычным ДВС, кажется, ушли в историю. Другая особенность — полноуправляемое шасси. Можно упомянуть и бесчисленные системы безопасности, и функцию прозрачный капот, и множество других интересных решений. Но самое главное, что инженерам компании удалось главное — сделать машину достаточно узнаваемой, чтобы все технические нововведения оказались заранее понятными и давно ожидаемыми.